проходящая девушка детородного возраста, рождения, детородного возраста, у которой, скорее всего, может быть, есть ребенок, а может, она зачинает. Она, короче, оскорбила меня, назвала это, я не помню, как, есть видео на ютубе. Причем я еще не нарисовал военного, я просто нарисовал, там была разбитая стена, я просто нарисовал грустные глаза, слезки, не какой-то вот мем там такое, знаешь, просто вот чисто в стиле, просто голубым мелком. И она, короче, меня оскорбляла, там, мерзко так. Я всего лишь сказал ей, а раньше было лучше? Она сказала, нет! И ушла. И знаешь, после этого я заболел очень сильно, и моя мама заразилась от меня. И я так болел, у меня голова болела.